происходило на этом месте? Развертывание, это последнее тестирование. Для передвижения в темноте что-то использовали? Это прибор ночного видения с маской, закрепленный на правый глаз. В ходе движения к месту преступления, показания, говорите, совершили несколько выстрелов. Там дальше по дороге было произведено несколько тестовых выстрелов. Во что? В дерево. В 5 метрах они были. Примерно сориентируйте, где были? Вот в том направлении.